вернуть болельщиков в родной клуб и увеличить финансирование. Управленцы от спорта выбирают нового президента Ульяновской федерации футбола. На пост выдвинулся генеральный директор Центра стратегических исследований Олег Асмус. Кандидат предлагает возродить областной чемпионат – и взрослый, и юношеский. И по мини-футболу, и по большому футболу, и среди юношей, и среди взрослых. Этого фактически сейчас нет. Моя ключевая задача, чтобы территориальный футбол развивался, чтобы стимулировать глав муниципальных образований. Напомним, около 20 тысяч жителей Ульяновской области занимаются футболом. Действует школа Олимпийского резерва «Волга», одноименный клуб, а также Димитровградский клуб «Лада». Насчитывается 80 команд по мини-футболу. Развивается и дворовой спорт. Хотим в следующем году уже сделать рекорд. Порядка 25-27 команд, чтобы участвовать на чемпионате области по большому футболу. Чтобы были возрастные группы разбиты. Это позволит поднять уровень регионального футбола и привлечь больше спортсменов. У меня нет тени сомнения, что мы можем все же добиться той идеи, о которой неоднократно говорили. Нам надо двигать и первую нашу дружину вверх по турнирной таблице, не только в той лиге, в которой она играет, но и значительно более верхних лигах. Искренне верю в том, что мы вернем болельщиков. Есть не только областная программа развития футбола, но и программа Российского футбольного союза. Напомним, правительство Ульяновской области, футбольный союз и Минспорт заключили соглашение о сотрудничестве. Виктория Чиркова, Герман Баранов, новости УлПравда ТВ.